Привет! Сегодня я поделюсь классическим рецептом форшмака из сельди. Это блюдо относится к классической еврейской кухне, но оно также распространено в немецкой, польской, шведской и финской кухнях. Особенно хорош форшмак на ломтике черного хлеба или хрустящие гренки. Продукты понадобятся в минимальном количестве и самые простые. Селедку беру цельную и сама ее очищаю. Лук очищаю и нарезаю полукольцами. В миске заливаю нарезанный лук соком лимона и немного придавливаю. Пусть постоит, промаринуется минимум 5 минут. Яблоко очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю полукольцами. На тарелке равномерно заливаю черствый батон 2-3 ложками воды. Очищаю сельдь, отрезаю голову, хвост, потрошу и освобождаю от костей. Чистого веса филе у меня получилось 180 грамм. Нарезаю на кусочки. Далее у вас есть выбор, либо перекрутить ингредиенты на мясорубке, либо использовать блендер. Мне проще и быстрее использовать блендер. В него я складываю сельдь, яблоко, лук, батон. На этом этапе добавляю перец и 1 столовую ложку растительного масла. Взбиваю до однородности. Перекладываю все в миску. Остались вареные яйца. Их я отдельно натираю на мелкой терке и добавляю к селедочному паштету. Все перемешиваю. Обязательно даю форшмаку постоять в холодильнике. Он уплотнится и все вкусы соединятся. Все готово. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. И желаю вам хорошего настроения и успехов на кухне.